русского села, русская пехота, отступая к дому шла, численностью у плетня завядший вяз, старенький и древний, был продан приказ. Ногу, сука! Блять! Ой вы, русские шинели, от степного ветра будто повледнели. Ой вы, русские шинели, от степного ветра. Поставлю, разреши, хозяйка, вот тебе буханка хлеба и консервов пайка. А хозяйка молода, да чего ж смазлива, косы русы в два ряда, да чего ж красиво. Так, Славян, давай, шагом стой, стой, правее иди. Прямо. Прямо, чуть правее. А я смерти не боюсь, парень я отпетый, шагом только не женюсь. Грянул бой неравный, и парнишка молодой подорвался с танка. И лежит в арже густой. Это не детский лагерь. О, свет здесь есть. Широко раскрыв глаза. Убивали. Включи свет. Просто трешак. Что это за твою мать? Доброго времени суток. Прибыла очередная посылка от Кедра. Особая благодарность Кедру и тем людям, кто принимал участие в сборе средств для этих подарков. Большое спасибо от отважных. Вся сила в правде, победа будет за нами.